Всем привет, ZBrush 2019, и как обещал, давайте рассмотрим, как сделать вот этого шимпанзе. Где взять, допустим, болванку и как ее сделать самому. Погнали. Сначала первый способ, заходим в Blender. Погнали в Blender. И вот мы в Blender, и где взять именно шимпанзе. Здесь нам поможет именно режим скульптинга. Первым делом давайте все это уберем. Опять же, это английское А. Два раза нажимаем, все выделяется. Боковая панель удалить, удалить. Очищаем поле и погнали. Так, теперь найдем именно объекты и найдем вот обезьяна. Вот она появилась. Колесиком приближаем. Колесико удерживаем, все это дело крутим. Вот такая голова обезьяны. Теперь заходим в режим скульптинга. Табуляция. Находим режим скульптинга. Или можем нажать вот на этой панели, на нижний режим скульптинга. И здесь все найти. Так. Следом. Голова есть. Правильно? Как теперь с ней поступить? Это уже по прошлым роликам. Заходим вот в эту панель боковую. Так. Выдвигаем ее. Находим вот этот ключ, находим добавить модификаторы и находим мультиразрешение, вот это. Так, следом поднимаем подразделение. Вы видите, насколько поменялась голова. Полигоны стали у нее лучше. Вот такая штукенция. Так, можно еще раз поднять. Вот уже она вообще симпатичная, все классно. Теперь заходим в файлы и жмем импорт. Находим Opsh формат, вот он, и нажимаем его. Высвечивается вот такое окошко, нажимаем рабочий стол, и на рабочий стол можно вот здесь вот написать название, жмем импортировать, и все. Я не буду этого делать, потому что голова у меня уже сохраненная, я ее сразу вам покажу. Все это сохраняется на рабочий стол или в любую папку, которую вы захотите. Ну и погнали обратно в ZBrush. Вот мы снова в ZBrush зашли. Ну и теперь вопрос, да, как да что. Давайте откроем какой-нибудь примитив, append. Нажмем сферу, допустим, Shift. На глаз нажимаем левой кнопкой мыши и включим вот именно сферу. На нее и подгрузим голову. Здесь отключили мы, кстати, видимость всех сабтулов. Жмем импорт. Заходим туда, где находится наша именно голова. Находим ее, открываем. И вот так она выглядит. Ну а здесь уже вы, наверное, в курсе, как что делать по прошлым роликам. Слишком вдаваться в подробности не буду. Где-то Shift выглаживаем, левая кнопка мыши, и используем вот эти кисти, которые нам именно нравятся, которыми мы работаем. Включаем X симметрию. Вот она включилась. Вы видите, что появилось две красные точки. Вот они. И вот теперь вы видите, что модель по симметрии не стоит. Жмем Flur. Смотрим, что да как. Заходим в геометрии. Опять же, Modify Topology и Mirror and Well. Вы видите, насколько разница между блендером в осях и именно ZBrush. Ну, это дело поправимо. Включаем Move. Отключаем X. Симметрию. Смотрим, где у нас вот эта вот нижняя зеленая полоса. И вот так устанавливаем. Жмем Mirror and Well. Можно вот такую шимпанзе сделать. Или еще можно чуть-чуть, допустим, подкорректировать. Вот так. Вот уже голова шимпанзе есть. Мох можно отключить. И уже работать в симметрии. Включаем X. И погнали. Где-то докидать, вот где-то поднабросать, где-то все это дело добавить именно челюсть.
Опять же, челюсть можно именно MOF Apology или MOF Elastic вытягивать. Вот так все это дело здесь можно подкорректировать, подровнять и уже работать с этой моделькой. Где-то можно вот теперь приблизить именно к нормальной модели, вытянуть вот так вот морду, приподнять, допустим, нос и немножко так выгладил и немножко все это дело вот так вот растянуть. Все, дальше дело техники, вы подкидываете, где-то добавляете, вытягиваете шею. Шею можно опять же использовать маскирование. Это Ctrl, рисуете, Ctrl-I, и с помощью MOF опять же можно все это дело вытянуть. Вот так. Вот у нас получается уже обезьяна именно с шеей. Смотрим теперь поле F, снимаем маскирование. Сетка, вы видите, прикольная. Уже все тут сделано, по-моему, и как топология. Все классно. И вот теперь это дело можно сделать DynaMesh. Если вы сделаете DynaMesh вот именно вот так, то у вас получается качество модели вот в таком исполнении. Здесь можно все это дело, опять же, Shift, левая кнопка мыши, выгладить и продолжать уже именно работать с этой моделькой. Второй способ, наипростейший, это скачать модель именно в интернете и ее уже переделать под ту модель, которую вам надо. Вот тут можно приподнять, здесь чуть-чуть вот так, поработать немножко с глазами, вот так удивление кинуть, чуть-чуть где-то что-то скулы доработать, докидать вот здесь вот чуть-чуть анатомии, приоткрыть рот, ставить зубы. Ну, в принципе, по прошлым видео я это объяснять не буду. Это все уже, по-моему, несколько раз я показывал. Не знаю, стоит ли показывать Sculptris. Ну, давайте попробуем в Sculptris разобрать этот момент. Так, перед тем, как пойдем в Sculptris, давайте еще рассмотрим вот такой вариант. Именно открываем любой примитив, допустим, сферу. Смотрим, какая сетка. Отключаем Flur, нам не нужна. X, симметрию находим. Вот так вот. И поработаем немножко с моделированием. Так, пардон, Make Polymer. Все это дело мы вот так вот преображаем. Вот таким вот образом. Graph Size можно даже побольше. С помощью симметрии задаем какую-то форму. Вот так вот. Здесь где-то что-то утягиваем. Что-то вот так вот сделаем. Нос приподнимем. В принципе, вот такая болванка получается. Работать, не помню, я видео делал, да, по-моему, по ГОС я делал. Вот вы нажимаете вот эту вот клавишу ГОС. И отправляем все это в Sculptris, прямо из ZBrush. Все, теперь откроется Sculptris, вот он открывается. И сейчас здесь появится именно вот эта вот заготовка, которую мы сделали в ZBrush. Заготовка импортировалась именно в Sculptris. Ну а здесь уже можно использовать разные картинки, референсы или просто ставить, используя опции Background, найти какую-то картинку и установить именно как заставку и по ней уже работать. Так, ну погнали, опять же, все уже здесь я объяснял. Кто уже работал, тот вообще в курсе. Ставим детализацию, можно побольше, можно на середину. Следом ставим кисть чуть побольше. И можно включить симметрию. Окей, окей. И все это дело именно вот так вот моделируем. Где-то придаем вот такие черты. Следом можно наметить именно глаза. Чуть-чуть побольше поставить вот так вот кисть. Shift. Правая кнопка мыши выровнять и вот так вот вдавить. Вот здесь будут у нас глаза.
Следом мы задаем что? С помощью граб задаем именно форму черепа, приблизительно хотя бы. Примат он и в Африке примат. Вот так вот. Здесь немножко вдавливаем. Вот так. И опять же используем клей, только уже именно используем клей уже без инверсии. И теперь вот так все это дело прорабатываем. Где-то накидываем, оформляем, делаем какой-то внешний вид. Вот что-то в таком духе. Набросаем немножко нос. Но опять же, все это набросками сначала работаете, повторяюсь, но повторение мать учения. Дальше надрезаем с помощью кризис вот именно рот. Вот что-то вот так вот. Следом кризис используем для моделирования отрезки и отделения каких-то частей. Вот так вот. Вот такая штука получается. Вот такое получается диво. И теперь все это дело чуть-чуть вот так приподнимаем, чуть-чуть вот так уводим. Нос можно чуть-чуть приподнять. Вот такая получается мартышка. Чуть здесь увести. Морду немножко сплюснуть, немножко сделать острее. Где-то что-то, если надо, утянуть, приподнять. Опять же, используйте картинки, референсы. Ну вот, получается неплохая обезьяна, да? Опять же, болванка. И вот теперь с помощью драв отключаем клей. И вот так вот накидываем именно уши. Вот так вот. Теперь эти уши можно Ctrl, левая кнопка мыши замаскировать. Жмем Ctrl-I. Вот так вот. И теперь используем граб. И вот так все это дело моделируем. Что-то такое получается. Следом опять же граб. И теперь клей можно включить, уменьшить кисть. И вот здесь вот так вот кайму немножко набросать. Вот таким вот образом. Следом можно инверсию использовать, инверсию. И вот так вот все это дело повдавливать. Потом следом здесь можно где-то тоже вот использовать вдавливание. Вот такая штука получается. Потом используем, подправим именно нижнюю челюсть, она чуть-чуть поменьше. Вот так. И в принципе вот уже у вас получается простейшая болванка заготовка. Теперь ее давайте забросим именно в ZBrush и посмотрим, как она выглядит там. Опять жмем, вы видите внизу здесь GOS. Все, модель пошла в ZBrush. Сейчас она появится. Вот такая получилась модель. Здесь мы теперь можем именно поменять цветовой материал. Опять же, моя любимая глина. Вот здесь вот поставить нужный оттенок. И попробовать все это дело уже здесь прорабатывать. Опять же, используя разные кисти, клей бирдап, так. И вот так все это дело поднакидать. Добавим здесь уже, можно здесь добавить скулы. Вот так вот. Здесь где-то доводочку сделать. И вот такая вот штука должна получиться. Вот таким вот образом. Следом теперь можно оформить именно нижнюю челюсть. Как открывать, как делать открытый рот, где брать зубы и так далее, как их лепить, это опять же уже в видео есть. Смотрите. И получается вот такая вот штукенция. Все это опять же можно выгладить.
добавить Ctrl-D девайдов и уже работать на других уровнях. Так, следом глаза я тоже показывал, как вставляются в прошлых видео. Тоже не буду этого, наверное, делать. Ссылки оставлю под видео. Вот такая штука. Здесь вот так все это дело уменьшается. Здесь вот чуть-чуть уводится. Здесь где-то расширяется, где-то сводится. Виски чуть-чуть делаются поменьше. Скула чуть-чуть побольше. Отводка на шею уменьшается. Здесь ставится draft size побольше. И вот можно именно вот эту вот шею вытянуть именно вот в таком духе. Здесь подкорректировать уже череп. Добавить где-то толщину. Где-то вывести еще. Вот такая получается обезьяна. А дальше уже дело вашей фантазии. Как что. Что можно сделать? Открыть рот, сделать удивление, вставить глаза, подкорректировать, добавить прическу, подкорректировать, допустим, уши вот таким вот образом. Сделать обезьянку именно необычную, можно даже злую, вот так вот раз, изменить мимику, ухмылку ей поставить вот здесь вот так. И вот вы видите, что уже прикольная злая обезьянка может получиться. Или удивленная. Да ну, вы что? Или, допустим, еще какую-нибудь мимику добавьте. Вот такая простая штука. Работать ГОС. И вот теперь вы здесь что-то подправили. Вы также, опять же, можете работать и с Скульптисом, и ZBrush'ем одновременно. Вот вы видите, что уже импортировалось, вот скулы я лепил, вот мимика изменилась. Вот так один глаз можно поднять, один вот так вот типа опустить. Сделать эту часть вот так, эту чуть-чуть. Эту вот так поднять часть, а эту наоборот опустить. Вот так вот. Уже прикольно получается, необычно. Словом, экспериментируйте, и все будет классно. Вот такая возможность работать в двух программах одновременно. Что еще можно сказать? Опять же, по анатомии, как делать тело, уже неоднократно все показывал, не буду повторяться. Ну и дальше посмотрите ролик, именно как компоновалась обезьяна, именно которую я делал. Если, конечно, интересно. Опять же, лайк, дизлайк и так далее. Задавайте вопросы под видео, пишите, постараюсь ответить. Подписывайтесь на мои страницы ВКонтакте, в Одноклассниках, в Фейсбуке. Тоже под видео все это есть. Ну, в принципе, и все. На данный момент пока творческий кризис, возможно, пока роликов не будет. Если вы подкинете именно идейку, то, возможно, постараюсь ее сделать. Все, всем пока, до свидания.
Thank you.